Приветствуем вас, уважаемые подписчики, на нашем канале. На нашем канале «Стройгарант Анапа». Александр и Алексей снова с вами. Очень рады видеть вас. И у нас, как мы уже сделали презентацию, коттеджный поселок Встречный. Мы учли ваши пожелания и пошли вам навстречу. Вы просили очень много, чтобы если у вас дома от 3–3,5 миллиона. Здесь, в коттеджном поселке Встречный, мы пошли в этом отношении вам навстречу. И цены здесь 2900, это 50 квадратов, дом под ключ. Александр, а какие коммуникации здесь? По коммуникациям здесь будет у нас свет 10 киловатт, это вполне достаточно для этой станицы. Фасад здесь будет 14 метров, угу. То есть не все наши проекты войдут, 86 и 90 здесь не будет. И то, это тоже обсуждаемо, можно где-то сузить, где-то удлинить. А водичку? Вода центральная, септик индивидуальный. Газ вполне возможно, что в перспективе, но пока не обещаем, как мы всегда это делаем. Газ есть, будем говорить. Это честно, я считаю, что это справедливо. И также мы сегодня хотим вам показать с Александром инфраструктуру именно этой станицы «Стрелка». Здесь, насколько мы уже смогли узнать, школа, садики, администрация, сетевые магазины, все есть. И это находится рядом, практически за нашей спиной. Поэтому давайте мы сейчас что сделаем? Поехали! Уважаемые подписчики, любим импровизировать. Вот с Алексеем встретили Камилу. Хотим спросить, вот вы местная жительница. Угу. Что здесь есть вообще в этой станице? Садики, школы есть там? Есть школы, садики, магазинов много. Вот. Вы давно здесь живете? С рождения. С рождения? Местный житель, коренной. Как качество медицины, в конце концов, земля плодородная здесь? Да, да. Что растет у вас? У нас много чего сажаем, огороды большие. Мы больше всего любим выращивать помидоры, огурцы, картофель. Вот, как бы многие держат здесь теплицы. Но многие никто хвалят еще кормит ваши арбузы очень сильно. Да. А на море куда ездите отсюда? В Анапу. В Анапу? Да. До Анапы это у нас 35, 30. До Керчи 60, до Темрюка 13. Да. А Азовское море не ездите? Ездим, но редко, так как работаем в Анапе, более ближе к нам. А так, хвалят и море Азовское, как бы сдалека ездят. Грязевые вулканы здесь еще есть, да? Да, но что касаемо работы, вот, пожалуйста, вам яркий пример о том, что человек со Стрелки ездит на работу в Анапу. Поэтому, как говорил, и скажу еще раз, что тот, кто ищет работу, тот ее найдет. Ну и в Темрюк, опять же, при желании можно устроиться, я так понимаю. Да, это без проблем. В Темрюке, да. Камила, такой тоже вопрос. Мы здесь хотим строить 90 коттеджей, компания «Стройгарант Анапа». Вот для будущих наших клиентов, что скажете? Есть где отдыхать, да. Как бы люди сюда наоборот едут, хвалят все издалека. У нас много знакомых, которые приезжают и говорят, хотели бы здесь остаться жить. Вот как бы многие сюда едут. И многие, кто остаются навсегда. Камил, спасибо вам, Камил, большое. Вы прям реально большое, помогли. Да. Это вот честный, непроплаченный отзыв. Не заплатили же вам Нет. ничего? Все хорошо, Алексей, 500 сейчас, рублей. Секундочку, подожди. Спасибо вам, Камил. Спасибо большое, Камил. Насколько вы понимаете, так как за нашей спиной находится детский автобус, это уже хорошо, ваших детей в эту школу будут возить на автобусе, комфортабельно, не переживайте, внутри просто все отлично. С кондиционером, да? Конечно, с кондиционером, турбированным. В данной школе громадное преимущество, то что в каждом классе не больше, чем 20 детей. Эта школа входит в сотни лучших школ всего мира. Вот встретили тоже около магазина местную жительницу. Как вас зовут? Светлана. Светлана, очень приятно. Вот мы хотим здесь строить коттеджи. Можете нашим подписчикам вот сказать, стоит сюда переезжать или Только нет? Только честно и откровенно, да. Честно, пожалуйста. Стоит. Да. Я сама сюда переехала. А откуда? О. Я жила здесь рядом в Темрюке. Угу. То есть я родом из Темрюка, вышла замуж, сюда переехала. Мне здесь все устраивало. Вот школа большая рядом, то есть два детских садика, все в шаговой доступности, Анапа. А люди гостеприимные? Вот конечно, здесь, гостеприимные, конечно. Что-то в магазине не очень, они не хотят, наверное, да, чтобы мы здесь 90 семей поселили. Просто стесняются, может, или еще что-то. Светлана, такой вопрос, а на море куда ездите? Ездим вот рядом здесь Азовское море. Сколько километров примерно? Здесь 10 минут ехать. 10 минут? Вот, надо заехать. Да. Здесь, то есть Голубицкое поселок, там есть море. Дальше там дикий пляж, есть море. То есть
также и в районе в самом есть и выходы к Черному морю, только там доехать чуть дальше. Здесь рядом Анапа, здесь рядом Витязево, здесь рядом поселки, которые, ну, буквально 20-30 минут, и ну, вы на да, море. Ну да, мы с Анапы сами. Вот. Светлана, очень много вопросов наших подписчиков по поводу трудоустройства. Ну, вот с трудоустройством здесь сложнее, вот. Потому что здесь считается, этот поселок, это больше спальный район Темрюка. Да, то есть здесь, ну, какая работа? Либо это у фермеров, либо бюджет, да, школы. Либо бюджет школы, либо продавцы, сады. Больница, ну, то есть, здесь же тоже есть. Здесь медики, есть, значит. Ну, медики, да. Медиков у нас прям проблема с медиками. Это однозначно. У нас есть ФАП, который недавно отремонтировали, который хорошо оборудован. Но работать некому. Медики — это вообще прям у нас кричащий медики, всегда вы нас вопрос. Слышите, вас здесь ждут. Да, обязательно. Либо, как я понимаю, кому за 50, это кто уже на пенсии, для них здесь просто это как рай будет, да? Да. Оазис, да. Мадагаскар. Ну, здесь очень много людей, кто работает. То есть здесь рядом Тамань, порты. Ну да. Большая да. часть мужского населения в авторах, ну, то есть каждый, ну, там, день какие-то у них графики работы, они ездят вполне свободно, зарабатывают, там, зарплаты там хорошие. Там до 50 тысяч есть у людей зарплата. Они ездят, ну, у них да. 10 смен в месяц, они 10 ну, тысяч это очень зарабатывают. Хорошая. То есть, как бы, 10 суток отработали, получили. И успевают и подработать, и еще что-то, как бы. Все крутятся как могут, но жить здесь очень удобно. Здесь тихо, спокойно. Ты переживаешь за людей. Отремонтировали прекрасный парк, я считаю. У нас были у нас парки? Конечно, мы сейчас туда и рванем. Вот пойдите, пожалуйста, снимите наш парк, который в том году в рамках федеральной программы отремонтировали администрация. Администрация здесь лояльная, слышит вообще людей? Ну вот я работаю в администрации. Да ладно? Начальником финансового отдела. Ой-ой-ой, с кем мы попали? В общем, конечно, везде, то есть глава у нас очень хороший, положительный человек, всегда идет на уступки, у него приемный дни, ему очень легко попасть. Вплоть до того, что, ну, то есть телефон, позвонил, всегда, всегда, нет такого, что там открещивается от народа, не хочу, старается слушать народ, какие-то у кого-то замечания, всегда прислушивается, нет такого, что я не я, ну, да, сижу, да. занимаю должность, все, все, радеет за людей. Ему надо в президенты баллотироваться. Конечно, развивает инфраструктуру, то есть у нас строится мы участвуем в программах. Газифицирован поселок? Практически весь. Но мы не за свои деньги газифицируем. У нас своих денег не очень много. Поэтому мы стараемся включаться в программы краевые. Газифицируем за счет краевых денег. Угу. Дороги, водопроводы строим. То есть как бы так. Светлана, ну спасибо большое. Приятно искренне, познакомиться. Да, это чудо какое-то. Будет, когда офис продаж, там приходите. Если что надо, со своей стороны тоже пойдем для поселка навстречу. Конечно. У нас так называется, мы вообще навстречу всем идем. Коттеджный поселок Встречный. Угу. 90 а коттеджей. А от я дороги. Поняла. По Крымской улице. Да, да, улице да, Крымской, да, Крымской, да, да. Все, спасибо вам, Светлана. Да, спасибо большое вам. Видите, даже насколько вот действительно приятные, светлые люди здесь. Если такие приятные, светлые люди работают даже во главе, делайте выводы сами. Друзья, в парк. Пойдем в парк. Ну, друзья, мы окунулись в детство станицы Стрелка. За нашей спиной обратите внимание, насколько классная, благоустроенная детская площадка с безопасным покрытием. Сюда надо будет с моим принцем, моим сыном приехать. Как вы думаете, Александр? Ну, я смотрю, тут и много молодых мамашек с детишками гуляет. Я думал, здесь вообще одни пенсионеры. А тут, оказывается, и судя по отзыву сотрудника администрации, реально станица развивается, как и, в принципе, вся Кубань. Почему? Потому что приехали ты, я, он, они. Мы здесь приезжаем и создаем атмосферу. Поэтому приезжих здесь реально любят. Я вот поговорил еще вне кадра с людьми. Они прям очень рады, когда приезжают люди гостеприимные. Ну, Кубань – это реально место для вот, старта второго в жизни. Действительно, сюда приезжают, здесь же и солнце, здесь юг, фрукты, овощи. И сам контингент людей, который здесь собирается, он очень разношерстный. И люди действительно тут знакомятся и создают, как Александр сказал, новую жизнь. Здесь, смотри, церковь есть. Угу. Может быть, зайдем, попросим, чтобы батюшка отличная свою идея. Лепту внес. Да. И попросим его прийти благословить поселок. Пойдем, Саша.
Сейчас мы у батюшки спросим, потому что он реально все знает. Да, духовная жизнь это ваша. Ну, да. Не судьба, пути да. Господни неисповедимы. Но мы все равно с ним попросимся на аудиенцию. Это очень интересно. Он здесь, наверное, все знает. Все знает, просто все знает. Знает. Да, очень. Хорошо? Тогда посмотрим еще что-нибудь. В целом, друзья, впечатление лично у меня о станице сложилось очень хорошее. Даже не ожидал, признаюсь, потому что, ну вот, пообщались с людьми, справа вот детишки, такая красота, надо будет отдельно это тоже показать. Вот, с работы здесь, как мы сказали, это Темрюк, если кому надо. Но самое здесь приятное, что в коттеджном поселке Встречный будут реально цены, которые вот максимально приближены вот к таким людям, у кого бюджет 3-3,5. Да, и смотрите еще, мы вот с Александром сейчас заехали, тут мемориал стоит, я правильно, может быть, ошибаюсь, неправильно называю, вы уж меня простите, то, что в Стрелке также чтят память о Великой Отечественной войне, о этих героях, благодаря им мы сейчас идем вот по этой земле под абсолютно чистым, спокойным небом. Поэтому, действительно, станица, она как-то обособленная, и в ней очень приятный микроклимат, и внешний, и по да, людям. Да. То есть, очень понравилось. Поэтому, друзья, значит, стройка у нас начинается сейчас, в этом году. Да, и, да. Соответственно, окончание стройки – это 23-й, первый квартал. Примерно плюс-минус один. 90 коттеджей, да, в едином архитектурном стиле, шлагбаум, все как вот в нашем стиле. Вы уже знаете, подписчики, смотрите на сайте более подробную информацию о коттеджном поселке Встречный. Если вас интересует вот сделка конкретно прям до Нового года, мы тоже уже к этому готовы, документы готовы, звоните, будем очень рады. С вами был Александр и Алексей, подписываемся на наш канал, ставим жирный палец, отвечаем мы на ваши вопросы, которые вы задаете здесь, рекомендуйте нас друзьям, знакомым, всем. До новых встреч! Всем удачи, всем пока!